обычно. С пчелами, в принципе, все очень неплохо получилось. Перезимовали они неплохо. Самая сильная семья стала самой слабой, а самые слабые у меня стали самые сильные. Так вот интересно получилось. Но в итоге выжили все. Сейчас активно работают. Злые, конечно, капитально. Только что набирал землю, тоже тут на меня одна пыталась. Не нравилось ей, я тут землю набираю. Но в итоге, в принципе, очень даже мне понравилось, как они перезимовали. Сейчас активно летают. Не знаю, видно ли, не видно. Думаю, что видно. Мои новые перчаточки. Китая. Еще ни разу не пользовался. Расплод наконец-то запечатан. Война войной. Пчелы по расписанию. Так, немного трутневого расплода тянут. Вернее, запечатали уже. Вот хорошо. Эти молодцы. Неплохой у них старт, наверное. Судя по тому, что они у меня 2 месяца без еды были. Но не доели, значит, мед оставался. Да. Привет. Добрый день. Что там есть? Слава Богу, живи. Ну, по крайней мере, другий вже живий, а дальше не знаю. Не, ну летают всі, а в состоянии яке. Я їх подійшли покармливать. Да? Спасибо. А мед дают. Да-да. Хорошо. Нет, серьезно, я их славы в это самое. Они прилетали по мне. Хорошо. Я учту. Нет. Юра, я не напрасно. Ну, злі, голоднюся. Так откуда же я знаю? Вони ж не мічені. Не, ну вони ж тут при тебе тренінгують. Конечно. Ні, я на зиму оставляю там буквально на одну пчолку виліт, все равно. Бо коли буває плюс 8, вони можуть вилетіти зимою. Голодные, наверное. Пусто вообще. Нет. Пирога есть и медку чуть-чуть, но совсем мало. Легкое. На дне почти нету мора. Либо уже вынесли. Легкая, пустая. Яй-яй-яй. Но расплод. Засеяли нормально, значит что-то приносит.
будет хорошо засеян. Мне нужен язык. Если похолодает, будет плохо, пока нормально справляется. Ах, и попахнет, хорошо. В общем, пчелы злые, семьи, в принципе, неплохие, там одни слабенькие, а остальные, я бы сказал, что даже сильно многократно лучше, чем я ожидал. Может, потому что была еда, даже они до сих пор не все съели, то, что я им давал. Но злые, конечно, очень, все. То ли из-за того, что дождик маленький покапывал. Разные, наверное, причины могут быть. Так что вот такие дела.